Друзья, всем привет. Гляньте, что у нас творится. Валит снег со страшной силой. А мане пофиг все. Пойдемте, друзья, пройдемся. Полетим, что у нас там на наших просторах. Да, это уникальная кошка. Всех остальных не выгонишь. А это хоть бы хны. Да, погодка утром такая настоящая зимняя. Сейчас где-то около 3, наверное, 4 градусов мороза. И идет такой хороший снег. Говорят, и метель заметает следы. По-моему, фильм такой когда-то был давно. Да, ух. Не знаю, камера передаст или нет. Ну, снег такой, валит настоящий. Смотрите, какая у нас погода нынче. Небо, естественно, не видно. Если так дальше пойдет, придется доставать свою электролопату. Она у меня есть. Собакин, смотрите, весь в снегу. Весь залипший снегом. Кошечка так разогналась быстро. Где-то там застряла. По-моему, там или мышку унюхала. Славянской, слава богу, тихо. По крайней мере, я ничего не нашел ни в соцсетях, ни сам ничего не слышал. Свет есть, вода есть, но так с переменным успехом, ну то такое, то не страшно. Друзья, огромная просьба к тем, кто, ну, не считает мое скромное творчество для себя полезным. Вы там пишете ни о чем и так дальше. Это вы не мне пишете, друзья. Это вы пишете тем людям, для которых этот канал, ну, как бы какая-то отдушина, которая хоть немножко лечит вот эти душевные травмы, которые сейчас у людей повсеместно. Поэтому, если не нравится, ну, просьба, просто по-английски уходите и все. Если канал существует, если есть просмотры, значит, он кому-то надо. Я надеюсь, буду услышан и понят правильно. Так, друзья, воскресенье. Сегодня думал поехать прогуляться на курорт. Ну, не знаю, есть в этом смысл или нет, потому как потом. Ну, хороший такой, думал, съемочку сделать. Ну, не получится, потому что сейчас уже весь телефон мокрый. О, вот она, принцесска. Все нипочем. Да, Маня? Вот так вот. Да, это уникум, а не кошка. И поперла. Собакин следом. Вы видели эти кульбиты? Маша. Маня. Вот так вот. Спряталась. Я в домике. Да. Сегодня воскресенье, как я говорил, будем отдыхать. Как вот я уже говорил в анекдоте. Звонят друг другу. Что делаешь? Ничего. Так ты вчера ничего не делал. Ну, не доделал. Так вот и мы сейчас будем доделывать вчерашнее недоделанное. Ладно, пойдем. Чай, кофе пить. Да, погода супер. Может и получится смотаться. Это ж дело такое. Летом она как маленькая была, как упала в воду, уже так ходила. Я тут рыбу ловил, слышу только хлюп. Мама родная, я бросаю удочку туда, ее нету. Она, оказывается, вот тут где-то вылезла, а упала вот там. А вот тут еще один идет царь. Да, пуня, хвост трубой. Брат и сестра. Уф. Ух и морды у вас. И этот гладить. Иди поглажу, собакин. Так, пойдемте до дома, до хаты. Пуня, где ты был, когда тебя не было? Пошли в дом уже. Ух, классная погодка. Все, погуляли. Подышали свежим воздухом. Идем домой. Маша, пошли домой. Пуня, догоняй.
Все, друзья, всем самого хорошего всего. Остаемся на связи. Всем мирного неба, здоровья, добра. Всем пока.